Сейчас в школе тишина. Из-за неустойчивой погоды и нехватки солнца в Ленинградской области заболевают многие дети. Чтобы уберечь себя, я одеваю медицинскую маску. Оператор тоже в маске. Как же справиться с этой проблемой и что предпринять, если вы заболели? Ну, в первую очередь, чтобы не заболели, нужно вовремя делать прививку. От гриппа это у нас сентябрь-октябрь. Если поднялась температура, оставаться дома и вызвать врача на дом. Далее, конечно, здоровый образ жизни. В чем заключается? Заниматься зарядкой, проветриваем комнату, делаем влажную уборочку дома, прием овощей и фруктов, обязательно, чтобы в рацион питания входили витамины. Если гуляете на улице, если замерзли, конечно, надо скорее бежать домой, чтобы не замерзли, и погреться, выпить горячего чаю, не ходить без головного убора. Ноги замерзли, одеваться потеплее, вечером может сделать теплую ножную ванну. Если почувствуете, что вы заболели, у вас болит горло, закашляли, поднялась температура, оставаться дома и вызвать врача на дом. Установлено, что вирус гриппа после внедрения в человеческий организм сидит на слизистой около 6 часов, ничего не делая, и только потом начинает разрушать клетки. Вот в эти 6 часов с ним и нужно расправиться. Первое важное действие – высморкаться. Пока вирус еще на слизистой, постарайся удалить его механически. Если у тебя есть дома баня или сауна, попарься в ней. Это подстегнет иммунную систему на борьбу с вирусом. Выпей чай с имбирем. Имбирь повышает иммунитет и устойчивость к простудам. Сделайте ингаляцию. В кастрюлю с горячей водой добавьте бактерицидное эфирное масло. Боитесь ли вы заразиться гриппом? Я уже поболела в этом году, но вообще не боюсь. Как вы защищались от гриппа? Перед тем, как заболеть, ты никак не защищалась. Вроде много гуляю с собачками на улице. Но уж когда заболела, покупала такие эффективные лекарства.